и соблюдали хорошо правила дорожного движения, так как данное транспортное средство не особо безопасно. В Сочи внесены изменения в правила дорожного движения в части пользования СИМ. Появился новый дорожный знак 3.35. Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено. За перемещение в неположенном месте предусмотрена административная ответственность. Так не допускается езда со скоростью выше, чем 25 км в час. Во дворах и жилых зонах не более 20 км в час. Для детей до 14 лет полностью запрещено движение по проезжей части и обочинах. В администрации города Сочи проведены совещания с организациями, которые оказывают услуги по прокату электросамокатов. Эти организации внесли изменения в программный продукт, и движение на их электросамокатах в этих зонах оно полностью ограничено. На заседании межведомственной комиссии введен полный запрет передвижения на СИМ в 23 зонах на территории курорта. Это пешеходные зоны, парки, скверы и набережные во всех районах города. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос о расширении зон запрета передвижения на электросамокатах. Прорабатывается вопрос о том, чтобы изымать транспортное средство, которое оставлено в неположенном месте, как бесхозное. После того, как на территории курорта многократно стали происходить ситуации травматизма, в администрации города Сочи было принято решение о том, чтобы такие места с территории центрального и Адлерского района убрать. Соответственно, было издано соответствующее постановление администрации города Сочи, которым исключены места размещения самокатов и иных электрических транспортных средств индивидуального передвижения. На территории города еженедельно проходят рейды по выявлению нарушителей на СИМ. В состав групп входят представители департамента транспорта, администрации района и ГИБДД. На сегодняшний день составлено более 500 протоколов. Асаль Тулигенова, Александр Киреев. Время новостей.